Посмотрим сеттик защитников. Зарезки, запилы, подрезки, чопы. Так, Макс Пелых к нам спиной, город Кировская. Защита, длинный шип стоит у него. И Андрей Носович, город Енакиево. Антиспин. Так, первый сет Макс Пелых выиграл. Слева убивает. 2-1. Улетает, защита улетает. Так, ну атака есть, конечно, бой атакует, но при случае, при удобном. А так держат, пилят. Ну, вот этот бой слева хороший у него, Макса с левой. Такой там, ну, еще такой бэхан мощный, да. Такой где-то между накатом и то спином. Эх, подставил антиспин, но не долетел. Мяч не дошел. Стоп. Так, ну стили разные, конечно. Оба такими полностью деф, полностью все тухло, справа убивает. Подрезает, подпиливает Макс. От шипов, конечно, пусто летит там. А гладкое там вращение есть. Вот сейчас будет пусто, можно атаковать. Да, не идет, ну просто не идет, а. 4-8. Ой-ой-ой. Зарезал вниз, движение такое прям делает. Ну, Максом защитник. Все время отпилит, все отпиливают, конечно, ему вращение надо. Нужно такое мощное вращение Максу. 9-6. Ошибается. 6-0. Ох, в сетку запилил. Атака, атака пошла, но мимо. Так, 2-0 перешли, 2-0, короче. Так, короче, 2-2. По сетам здесь у них вот зарубились. Два защитника на контроле, на запилах, на подрезках. Это группа еще, встреча в группе слева, слева. Слева проходит атака. Ох, много-много, гладко, сильно. Пошли. Это, говорит, уже почти победа. 1-1. Шипами длинными в сеточку. Ух. Все, пошло уже. Ух. Так, ну поймал свой мяч. Кидает. Такие уже снизу. 5-1. Так, было 2-0, да. Было 2-0. Посыл. Ошибся. 2-6. Убитый слева. Макс, короче, так пилит, пилит, пилит. Вот он ждет, что будет сейчас тоже подрезка. Идет атака. И не видно примерно. Замах одинаково, что на подрезку у него. Мощный запил был. Атака в сетку пошла. Здесь надо что-то ли пытаться его так завращать. Или лучше скинуть его. Эти запилы надо уметь атаковать еще. Ошибается. 6-7. Ух, Андрюха заряженный. 8-6. Здесь хорошо, ромко объявляется, слышно.
Через соплю заходит. 9-6. Так, Андрюхе пока одно поражение от Козыря Дениса в группе 3-1. Победа Носач в борьбе. Молодцы, красивый теннис. Защитники запилились.